Начнем выпуск с ЧП в Южноуральске. В двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Ударной волной выворотило окна и балконы. Четыре квартиры полностью сгорели. Двое жильцов получили ожоги. Что стало причиной взрыва, расскажет Мария Агеева. Это видео сняли очевидцы. Из окон валит дым, балкон двухэтажного дома полностью захватило пламя. Огонь постепенно поднимается и перекидывается на квартиру второго этажа. В небо поднимаются плотные клубы черного дыма. Спасатели в противогазах вбегают в дом, чтобы вывести оставшихся жителей. Людей эвакуируют в спешке, прямо в домашней одежде. На маленькую девочку, кашляющую от дыма, накидывают первую попавшуюся куртку. Как не надо, скорую ее брать, она дышала. Вы как она дышала? В Южноуральске около часа дня в 16-квартирном доме по улице Ленина раздался громкий хлопок. В здании произошел взрыв газа. Сразу же после этого одну из квартир охватило пламя. Позже оно перекинулось еще на 3 квартиры. На место ЧП сразу же выехали бригады пожарных и спасателей. Сейчас на доме ведутся работы. Работает МЧС. Буквально в течение 5-7 минут выехали службы МЧС, где были предприняты все усилия для тушения пожара. По предварительным данным, причиной взрыва стала не авария на газопроводе. Один из жителей принес домой замерзший баллон с голубым топливом. Он начал быстро отогреваться. Из-за резкого перепада температуры и произошел взрыв. Уже имеются данные о двух пострадавших. Мне он увезли, нормально, ожоги есть. Из этой 7-й квартиры нормально, потому что я ее видел. У нас ожоги есть. В здравом смысле нормально. Случай в Южноуральске очередной в целой цепочке подобных ЧП в России. В конце октября в Рязани произошел мощный взрыв. В результате обрушения дома погибли 7 человек. Чуть позже, 3 ноября, случилась еще одна трагедия. В результате взрыва газа в жилом доме в Иванове погибло 6 жильцов. Серия подобных аварий не осталась без внимания государства. 9 ноября Госдума одобрила правки о штрафах за плохое обслуживание газового оборудования в домах. Если обслуживающая компания не будет выполнять свои обязательства, она может быть наказана штрафом, сумма которого превышает 100 тысяч рублей. А если халатность подряд приведет к авариям, сумма увеличится до 400 тысяч. Предусмотрено новым законом и наказание для самих жителей. До 30 тысяч штрафа будут платить те, кто отказывается пускать домой газовые службы. Мария Геева, Егор Хвисюк, Юлия Подкопаева, Кирилл Вачев. ОТВ.